Вот купишь, принесешь, конфорки не работают. Что такое? Слышишь, что? Чего? Конфорки не работают у нее. У тебя не работают? Нет, они не работают, но как там что-то надо туда направить. Вот смотри, купишь БУ, да, привезешь. И еще 4000, а та конфорка 1000 стоит. Нет, тетя Валь. 1500 стоит одна конфорка. Ну вот теперь же 1500. Тетя Валь. Я же привезу импорт, но она работает вечно. Это мне отдали, ее туда надо куда-то влево повернуть. И это круто, оно может и работает. Но там что-то надо крутить туда, сюда. Ну надо вызвать мастера, пусть она приедет. Не, не надо. Не научит. Я тебе найду плиту нормальную, это самое, куплю. А хочешь? У нее нормальная, посмотри, какая мне новая плита. А что она у тебя не работает? Вот такая вся чистая. Жрать хватит? Ну я одной это хватает. Чего у тебя нет-то там в ней? Не работает. Ну, ее так же, одна это большая дур, маленькая. Это дур на своей готовить. Две конфорки работают? Да хотя при чем ты, что? Да что-то не работает. Я на одной готовлю. Они, может, и та работает, не одна. Я а, не... так у тебя она нет. Вместе с соседкой, что ли, плита? Нет, нет, нет. А у нее у них разные плиты. Еще не хватало соседки. Что, у тебя две плиты на кухне, что ли, стоит? Не плита. Конечно, а как же? А они две хозяйки вообще на кухне. Она у нее маленькая электрическая. Электрическая, вон как у меня. А, у нее маленькая вот такая. Вот пиздец вообще, конечно. Так же. Ну, у Ольги вы такая точно. Только ты еще вот один есть или нет? А у Олега там на Гурьевском, они же свою забрали туда. А теперь, говорит, давай эту из Гурьевского сюда, а здесь надо розетку менять. Здесь. Да не надо менять вот эту по подходу. Я с тобой не сговариваю. Зачем менять вот надо розетку? Что ты лезешь на свои дела? Ты вот поменяй. Ты лезешь, иди отсюда. Я поменяю. Ко мне пришла. И вот когда надо, значит, это... Я посмотрю, мы батарея поменяли села. И вызывали, еще опять платили. И переставляли розетки. Они как-то трехканальные, двухканальные, четырехканальные. И он говорит, вот давай ту опять сюда. Я говорю, опять мастера надо вот вызывать. Вот это подходит розетка подо все плиты. Нет, не подо все. Не подходит, выйдешь, поменяешь. Нет, не подо всех. Еще отдашь ты еще. И так наберется, легче новую. 500 купить. Рублей. Ну вот сейчас купишь БУ, и они 4 конфорки не работают. А на БУ тебе говорят, лучше, чем новое сейчас делают фуфло. Ну, Валь, мне отдали, я не покупала. Ей же отдали. Но они бы не тебе отдали бы в БУ в магазин. Да не отдали бы они в БУ. Ей отдали, нам не отдали. Ну примерно, я говорю, примерно купишь в БУ, а у нее конфорки не работают. Ты когда будешь покупать, ты разговаривай. Надо включать, чтобы они попробовали, показали. Это, и стиральные машинки берут. И стиральную не пробуют. Я покупала машину в упаковке. Есть БУ хорошая, а есть и новая. Сюда настраивает, и он вот он научит, как работать, и все. Хочешь, это новая машина. Я ходку сбила. Я купила. Хорошая, ну вот вяжет. Вяжет. Петваль, я на рынке крайний самый. Я, значит, говорю, мне килограмм груш. Он мне кладет, я думаю, что-то какие-то листики там. Домой прихожу, блядь, а это...